Сложности расставания. Четвертый этап переговоров о выходе Британии из Евросоюза завершился ничем. После встречи в Лондоне это признают и Дональд Туск, и Тереза Мэй. Председатель Европейского совета уверяет, что переходить к следующей стадии обсуждению торговых отношений пока нет никакого смысла. Никто меня не убедит, что Брекзит – это хорошо. Я всегда говорил, что главное в Брекзите – минимизировать ущерб. И я не изменил своего мнения. Обе стороны много работают и будут работать для достижения существенного прогресса. Но я бы сказал, что на сегодняшний день его нет.